Американское агентство DARPA успешно протестировало полностью беспилотный боевой робот Racer Heavy Platform, RHP. Этот впечатляющий аппарат, похожий на БМП, весит 12 тонн и имеет длину 3,65 метра. Он оснащен базовой системой Textron M5, которая уже используется в ряде беспилотных транспортных средств армии США. В ходе испытаний Racer преодолевал различные участки на территории площадью 24 квадратных километра, сталкиваясь с различными типами почвы, растительности, деревьями, скалами, склонами и водными преградами. Примечательно, что команда разработчиков не имела предварительного доступа к данным с датчиков, что не помешало Racer успешно завершить более 30 автономных заездов на расстоянии от 5 до 15 километров, с общей протяженностью маршрута более 240 километров. Максимальная скорость аппарата составила 48 км в час. Во время тестов Racer собирал данные с датчиков для улучшения своей оперативной тактики. Одновременно началась разработка программного обеспечения для глобального планирования тактики с участием фокус-групп, состоящих из военных специалистов. RHP способен создавать карты окружающей местности, чтобы определять оптимальный маршрут передвижения. Несмотря на то, что разработчики не раскрывают всех деталей, вероятно, что танк способен оценивать характеристики поверхности, такие как ее глубина, высота и проходимость. Возможно, на борту установлен лидер, который помогает в этом процессе. Этот успешный тест демонстрирует потенциал Racer Heavy Platform как мощного и автономного боевого робота, готового к применению в самых сложных условиях. Большое спасибо за просмотр! Если вам понравился этот ролик, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, а также отметьте в комментариях, на какую тему вы хотели бы еще увидеть видео. До новых встреч!